Одноэтажный дом в Зяблом загорелся около 7 вечера. Из деревянного строения, в котором проживал одинокий 60-летний Василий Новиков, повалил густой дым. Соседи знали, что хозяин внутри и, скорее всего, пьян. Брат приехал, привез поесть ему, наверное, и денег дал. Он побежал, что промежку самогонку гонит, бегом. Спасти Василия Егоровича соседи пытались еще до приезда пожарных. Этот друг-то туда сунулся, в хату, а там дыму не пролезть. Он назад вернулся. Спасатели из ближайшей пожарной части, она расположена в 12 километрах от деревни Зяблое, добрались за 9 минут. Еще две им потребовалось на локализацию возгорания, но тушить было нечего. Посреди едва закопченной кухни лежало обгоревшее тело хозяина дома. Выгорел только пол, строго под погибшим, и на площади всего один квадратный метр. В МЧС говорят, что, скорее всего, загорелся человек, и только потом деревянный пол. Хотя выдвинуть предположение насчет того, как именно развивались события, спасатели пока не берутся.